сделаем с вами стойку на голове возле стены. Для этого я беру коврик. Вы можете взять что-то либо мягкое. Это может быть плед, может быть подушка, может быть коврик. Можете, конечно, на жестком делать, но поначалу будет достаточно больно голове, поэтому для начала желательно на мягком. Встаем с вами к стене, ручки ставим на расстоянии от стены, ставим головку на макушку, ровно на макушку, и голова полностью прижата к стене. Между головой и руками мы образуем с вами треугольник. Поставили ножки. Теперь мы с вами ножки толкаем, сгибаем коленочки и разгибаем вверх. Аккуратно давим макушкой и двумя руками в пол. Сильно упираемся и головой, и руками. Долго не стойте первые разы, опустились. Это упражнение пробуем выполнять 5 подходов. Ставим головку. Поставили ножки, не забываем между головой и руками образовывать треугольник. Аккуратно коленочки согнули, вытянули ножки. Можно ножки развести здесь шпагат, это более устойчивая позиция на голове. Забрать, аккуратно опустить. Так, это 2 подхода, делаем еще с вами таких 3 подхода. Поставили головку на макушку, ручки поставили, согнули ножки, вытянули вверх, натянулись, стоим. Аккуратно вниз. Встряхнули ручки, дали отдохнуть головке и рукам. Продолжаем, не сдаемся. Ставим головку, упираемся руками и вытянулись, стоим. Стоим, опускаемся, отдыхаем и делаем заключительный подход с вами. Ставим головку. Если вы устали, не торопитесь, делайте в своем ритме. Отдыхайте сколько вам нужно. Опускаемся аккуратно. Молодцы.